Владимир Аутбарт родился 3 апреля 1929 года в Николаеве, УССР. Начал работать в Омске, в драматическом театре. В этом театре он снискал немалую популярность у местной публики. Когда ему было 30 лет, он уехал в Москву, где работал в Московском драматическом театре имени Пушкина, в Московском театре сатиры, театре имени Гоголя, руководил литературным театром ВТО. Позже стал работать в «Москонцерте». Владимир Аутбарт непрерывно занимался поиском своего сценического образа. Проводил театральные сценические эксперименты, ставил экспериментальные спектакли, вел преподавательскую работу в ГИТИСе. Нередко Аутбарт выступал с литературными программами. Приглашал принимать участие в этих вечерах студентов ГИТИСа. Владимир Аутбарт в кино сыграл немного. Он был дирижером в «Семи няньках», профессором в «Операции», где вместе с Виктором Павловым и Валерием Носиком студентами разыграл сцену приема экзаменов. Именно после этой роли он приобрел всеобщую известность. Ушел из жизни Владимир Аутбарт 26 июля 1969 года из-за разрыва аорты. Похоронен на Введенском кладбище. Вдова Эмма Моисеевна, актриса, педагог, организатор клуба учителей Г. Москвы, которым руководила даже после собственного 80-летнего юбилея. Дети: Александра, Елена.